Здравствуйте! Сегодня у нас третий день коучинга по созданию музыкальной открытки. И сегодня мы с вами поставили с вами видео, да, поставили подарок. А сегодня мы с вами еще что будем делать? Мы сделаем так, чтобы видео автоматически проигрывалось на нашей открыточке. Значит, заходим там, где мы нашли наше видео. Значит, нажимаем кнопочку «Поделиться», нажимаем слово «Встроить». Так, теперь мы смотрим, значит, вот здесь вот галочку не надо ставить «Показывать похожее видео». То есть здесь мы галочки убираем, «Показывать видео» и «Панель действий», «Включить режим повышенной конфиденциальности» здесь можно поставить. Значит так, у нас получился вот этот HTML-код. Мы его будем с вами копировать. Мы его скопируем. Разницы нет, или вот этот можно копировать, или этот. Это одно и то же. Скопировали. Идем в наш блогер. Вот здесь у нас, значит, так, мы смотрим, где у нас единички, где у нас единички. Так, ищем у нас, вот они, единички. Вот это я сейчас убираю. Так, значит, мы вставляем вот этот HTML-код. Теперь для того, чтобы автоматически включалось у нас видео, так, мы сейчас обновим, так, просмотреть. Единички мы пока еще не убираем, просматриваем. Вот у нас вот так встало видео, потому что здесь единички, мы их потом уберем. Теперь дальше. Заходим опять. Так, заходим в блогер, да, в сообщение «Изменить». Что нам нужно сделать, чтобы, значит, видео проигрывалось автоматически? Я вам сегодня дам такой вот код. Минуточку. Вот такой вот код, который вставляется. Мы его копируем. Копировать. И будем его вставлять. Смотрим, куда нам его нужно вставить. Вот смотрите, после единичек мы тут смотрим размер видео. Дальше переходим. Так, вот смотрите внимательно. Вот видите, rel 0 и знак бесконечности. Между вот этим нолем и знаком бесконечности ставим. Так, делаем небольшой, то есть делаем промежуток и вставляем вот этот код. Вставить. Вставили вот этот код. Теперь обновить. И просмотрим блог. Просмотреть блог. У нас проигрывается. Значит, дальше настраиваем, опять идем в блогер. Что нам теперь здесь нужно сделать? Опять зайти в сообщение, так, изменить. Так, опять HTML-код. Так, мы ищем опять у нас, где вот эти единички, и нам надо их убрать. Мы их убираем. Вот, убрали, обновляем и возвращаемся просмотреть блог. Вот, видите, мы единички убрали, и у нас теперь...
видите, как хорошо. Так. Так, и дальше. Что мы с вами будем делать дальше? Нам нужно поставить кнопочки социальных сетей. Так. Значит так, мы заходим на сервис Плюсо. Так, Плюсо. Сейчас мы найдем. Так, в Яндексе пишем вот Плюсо. Плюсо. Так, ищем. Подождите минутку. Так. Так, Плюсо. Так, правильно. Английский надо, да? Плюсо. Запомните вот этот. Ищем Плюсо, где есть кнопки для добавления в социальные. То есть на сайт можно их ставить, на блоги можно ставить. Сейчас откроется. Вот смотрите, вот такие здесь есть кнопочки социальных сетей. Вот. Так, ну можно выбрать, я думаю, средние надо выбрать, средненькие. Можно круглые выбрать. Так, в одну строку, горизонтальные. Можно со счетчиком, можно без счетчика. Давайте со счетчиком выберем. Вот, выбрали. И вот код. Нажимаем копировать. Копировать. Скопировано. Теперь идем опять, идем на блогер. Так, настроить. Так. Нажимаем на сообщение. Изменить. Изменить сообщение. Идем в самый-самый конец. И вот сюда этот код вставляем. Просмотрим блог. Просмотрим блог. Как у нас получилось? Сейчас посмотрим. Вот такая картиночка.
открытых. И всего вам доброго, творческих успехов. До встречи!